Всем салют, с вами ZBP, и сегодня будем играть интересную игру под названием Зомби против растений. Давайте, смотрите, мы зашли в менюшку, начать приключения. Замороженный горох, стреляет ледяным горохом, повреждая и замедляя врагов, тоже неплохо. Это ваш дом. Ну, те же зомби, как обычно, ладненько. Так. Опа, да, в любом случае два дочка, чтобы нам сделать один обычный, один замороженный дочек мы будем делать. Так. Так, опа, два подсолнуха мы уже посадили. Так, давай. Опа, давай, опа. О, уже две волны будет, это уже опасненько нам будет. Так. Так, добавили еще одного моего, так. Служащика защиты. Слишком далеко, Арахис, он бы здесь должен быть. Ладно, пофигу, будет один дальше. Моя красота умрет здесь чуть-чуть. Так, добавляем. А, да, ну еще нужен еще горошек. Соточка, так, мы накопили. Все, горох мы тебя убираем, а ты не знаешь, как стоишь. О, вот так должен был стоять. Короче, ну здесь тупано нет в местах. Ну ладно, сейчас мы потихонечку. Так, набрали первую армию. Так, опа. Сейчас спокойненько можно будет подкопить. Угу, левого у нас скоро будет. Так. Бедный дровошечек. О, ледяной. На, замораживаем. Опа. Победили. Так. Последний подсолнух. Ура, хорошо. Так, меня потихонечку моя армия готовится. Так, мне солнышек побольше сейчас хватает. Вот так. Так, он заморозился. И только на не интересует тебя. Так, на тебе сюда. Не то поставлю. Ладно, сейчас на звучку накоплю. То, что быстренько накапливается очень сильно. Так, опа, на тебе заморозка. Так, здесь даже защиты нету, ну как можно делать. Так. Осталось одну еще соточку. Давайте. Солнышки, давайте меня гоните. Опа. Еще 50 гоните солки. Да, солнышки. Опа, замораживаем. Опа, волнышка. Так, мы сюда. Так, сейчас забавляем. Ну мы сейчас с вами справимся, но изи, так. Не, армия готова почти все. Так. Так, опа, солнышек много, даже сейчас отелик. Так. Он пока его подзаморозил чуть-чуть. Так. Опа, может, сейчас я не ледяные копить чуть-чуть. Офигеть, мне все карты заполнили, это даже неплохо. На, волны стали очень долгие, да это они быстренькие были. Ну, ладненько. Так, опа, еще на одну ледяную накопили. Картошечку мы, похоже, выкопаем, чтобы не было очень красиво здесь. Одна картошина мне не нравится, красиво. Не картошина, а грецкий орех у нас. Так, мне осталось, так, опа, еще на одного и выше шикарненько, так. Тоже нужно будет. Сейчас это стреляем, всегда добавим, так. Ну все, о, за вас картошечка, хорошо, так. Ну, сейчас оставим вот эту вишенку на тортике, чтобы было. Опа, шикарненько за вас всех. Ну, видите, когда двойда посолнух, это очень быстренько. Опа, сюда. На, всю толпу разнести. Что в дождь, на, вот так. Еще быстрее было разнести. Давайте разносите. О, кусачки нам дали. Вау, шикарные кусачки. Живун пожирает зомби целиком, но вязочка, во время жевания он, получается, не может второго зомби съесть. Ну ладно, тоже неплохо. Так, мы возьмем тебе... Так, взем солнышко, так. Потом леденыш. Потом кусачки, наверное. Картошину. Давайте вот это будет получше. Тоже неплохо.
Ладно, потихонечку сейчас наберем, наберем. Так, сейчас всего одна волна, это тоже будет быстренько. Так, сейчас я под саунахи посажу, давайте побыстрее. Так, он добил. Так, мне уже 4 по саунаха и 1 всего-то горошек. Страшновато. Так, опа, добавляем сюда. Он его разрушит, он не какой-то сверхмощный. Так, у меня 2 дорожки пустые, ну, сейчас мы потихонечку накопим солнышками. Так, давай. Опа, так, давай еще. Опа. Так, еще давайте еще одно солнышко мне нужно. Опа. Все, у меня дорожки полные все. Так. Сейчас может быть быстрее солнышко. Блин, надо было лучше мины взять, они были полезнее. Так, сейчас нам нужен морозилка, потому что он его замораживает, но я быстрее смогу накопить. Так, опа. Нам нужно еще один подсолнышек накопить, и все. О, так, здесь можно будет... Так, давай, мне нужен морозильчик. Опа, морозильчик мой будет пуляться. Опа. Так, хорошо идет у нас. Осталось 2 морозильчика. Скоро он начнется. Опа. Так. Я думаю, сам на бомбу будет нужен. Он его еще хомячит. Или он второго схомячил уже. Так, мне еще нужно 25, и все. Я сейчас заберу бомбочку. На! Знаете, что быстрее еще добили его. Так, нам бы просто кусочку хомячил бы. О, двойной выстрел. Это двойной выстрел, по-своему, называют кратко. Выстрел 2 горошинами за раз. Интересно, кого сейчас мне взять? Подсолнух, так, думаю, двойной выстрел. Мы без счета поиграем, но надеюсь, у нас все получится. Так, подсолнух пересадим быстренько. У меня типа план есть, типа, 2 еда подсолнух, 1, потом двойной выстрел, потом морозилочка. Вот так быстрее будет. Опа. Не хватает. Давай. Опа. Так, сюда. Так, опа, на подсолнух. Накопили еще один. Опа, я полностью у меня готов с подсолнухом. Так, а вот на этот надо, думаю, сейчас куда пойдет, надо накопить еще соточку. Так, там уже попасть. Надо вот так ставить уже. Мне кажется, он один справится, может быть. Так, пока он на подсолнухе, покопим. Так, хорошо. До первого он еще долговато, но пока... Так, 2 еда подсолнуха, и у нас 1 горошек, веточка есть. Хорошо. Все, у нас морозильная штучка есть. Так. Можно сейчас даже накопить на двойной выстрел. Вот так потихонечку делать еды и копить. Где-то не хватает... Ага, там морозильник больше. Вот! Он убежал. Вот это сейчас косяк. Ладно, он добьет его в любом случае. У нас защита есть дополнительная. Так, сюда... Тупанул чуть-чуть, ладно. Чуть-чуть странновато, потому что я косилку просрал в начале уже. Это тупо снимает здесь чуть-чуть. Опа, все, мы ледяные собрали, сейчас двойной выстрел собрать. Двойной горох, бой или как ты тебя называешь? Он сейчас замедлен хотя бы этот. Вот этот, у нас атлетик наш. Так, двойной выстрел мы сюда пособрали тоже, неплохо. Так, опа. Хорошо, неплохо. Так, нам двойной выстрел надо сюда собрать, где очень много зомби. Думаю, мы сможем. Давай. Скоро вторая волна будет, это тоже неплохо. Но надо все равно побольше нам собрать. Так, опа. Двойной выстрел сами собрали. Но они не смогут дойти даже до этих атлетиков. Ну так кто не добирается вот так. Ну ладненько так будет. Эстетичный. О, все, собрали. Давайте еще 150, и я быстренько. Опа. Давайте. Приближается волна. Просто я не хочу попадать на YouTube, делать где больше. Или где мощнее. О. Здравствуйте, мы собрались напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Спасибо за эту записочку, мне так приятно. Так, у вас еще больше. О! О, мини-игра, это классно. 10-й этаж. Нам. Но вишенки надо накапливать, так. Минус сюда поставим пока, у нас хотя бы защита будет. Так, мы тебя один раз сюда поставим. Так, двойной выстрел сюда, ага, типа нам туда поставим, ну ладненько. Сюда сделаем, обычно, так. Двойной выстрел. Опа, завелся. Двойной выстрел сюда поставим. Неплохо, так, мы сюда поставим обычного. Двойной выстрел. Собираем оборудование. Так, опа, защита картошечкой. Так. Делаем второй ряд.
Но вы не справитесь с моим двойным выстрелом. Так, двойной выстрел. У меня, кажется, атлетично не нравится это. Пока тоже его сожрёт. Так, какая батка еще вернулся? На тебе. Так, на тебе. Ну, потихонечку, потихонечку. Жиранка, мы тебя поставим сюда. А, его спас есть, ладно. Сюда поставим смету, так, сюда картошенку поставим, да. Отдельно мы сюда. Так. А, ладно, сюда поставим, а будет некрасивее это дело. Так, картошка сюда. Не нужен, да. А где мой двойной выстрел? О, вот. На! На! Бум! Все сюда. Хотя более эстетичный будет. Это вот так. Мы сюда. Опа! Нет, нет, тоже блин. Опа, двойной выстрел. На. Так, убираем яблочек, добавляем сюда. Картошенку добавляем. Так, добавляем сюда. Добавляем сюда. Так, ну, там, ну, наверное, не изменяется. Так, это сюда. Вот. Так, мы всех разносим потихонечку. Опа, это сюда. Так, это сюда. Ну, надо не справиться так. Ну, это неплохо, не шикарно, мне нравится потихонечку. Так, всех разносим здесь. Так. У меня все огромный ролл, мне все нравится, так и сделать. Так, это сюда. Двойной выстрел. Так, мы сюда двойной выстрел поставим. Вот сюда морозилочку. Блин, сюда морозилочку еще нужно. А, нет, сюда поставим. Сейчас я их просто разнесу вот так. Опа. На, на, на. Все. Вау! Новая локация, получается, сейчас она справится, да? Так. Только, ну, на этом я буду заканчивать. Если вам понравился видеоролик, пожалуйста, не забудьте, пожалуйста, подписаться, лайкусик и посмотреть два предыдущих моих ролика, а сверху пасхалка на старое видео. А на этом буду прощаться. Всем покусики!